Вот дальше околочки, лесополоса, туманное все, опять дождик. Это на 4 октября 2017 года, среда. Видишь, как чуть-чуть, как бы в тумане видно. Я вот пришел сейчас на пруд проверить, а сейчас пойду проверять капканы. А это вот лагерь. Он еще пустующий. Ну, мы лучшее теперь имеем. Вот здесь вот лужи. Вот наложил Володя и пошел. Сено осталось тут еще. Вот я пойду сейчас с ним просто показать, как тут. Тут глина под ногами. Тут все размокше. Под ноги-то теперь раскользаться будешь. Вот так. Это мы забивали тут сваи. Володя пошел по стороне, которая не обделанная. Там больше трава. А здесь на ноги налепляется. Ну, а тут у нас запасные еще сваи остались. Ну, кого это тут? На весну. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Большие, маленькие. Это вот то место, где был слив. Железобетонный, все-таки сумели мы его заколотить. Ну, а тут прошли. Вот эту правую сторону, которая от воды, почти до самого конца прошли. Работа тяжеленная. Заколачивать каждый. Их заготовить надо было. Потом Володя подровнял, прошел. Вот так. Я сейчас поеду, как там у меня, на Храмовом. Эти все баклушки придется собрать потом. Володя граблями, видать, их выловил. Вот здесь. Вот она стоит. Если надумаем поднимать выше когда-то, вряд ли. Ну, просто повыше маленько. А что-то тут не вытащили? Что? Баклушки-то. Нет, я не вытаскивал еще. А? Я еще ничего не вытаскивал. Не вытаскивается? Я говорю, я не вытаскивал еще. Не вытаскивал. А как же там, вон те, кто вытащил? Это были старые, которые... Что он тут, Володя, делал вчера один? Сегодня с Никитой двое. Так ты, Никита, вот бери, насколько ближе. Вот, копай этот бугор. Подровняй его. О, и чтобы кидать тебе, не ходить. Ага, тут они, Володя, поднял. Вот эти 6 метров идет. Доска вот они какие, по 6 метров. И там еще добавлю 2 метра. 8 метров спуск. Все просмолил. Посередине поставил, закрепил. Хозяин. Ну и здесь вот пломбу поставили, вода перестала течь. Я сказал ему отпилить тут кое-что. Длинное. Одну оставить посередке. Я пойду туда на Храмовый пруд сейчас проверять. Поставил капкан. А теперь сразу пересыпал только дальше. Помаленьку здесь, совсем понемногу. Видишь, вот как делаем с аммоним. А тут она уже пробила. Вон сколько эта вода уже шла весной, пробила. Вот это надо забить теперь.
смотришь там, как идет вниз. Туманное утро. Видишь, Володя как все сделал? Перевернул их горбом и под горб поставил. Теперь уже не согнуть. А то от тяжести снега, это березовые. И он все их обделал. То есть промазал, как надо. Хорошо. Пойду назад. Мы сажали вот это. О, это свежее упало. Упал, да. Это прям совсем свежее. Свалил. Вон, видать. Нет. Я тут мандат... Было зимы еще, а упало сегодня ночью, наверное. Ну да. Здесь все сделали, выровняли. Деревья пилит он и все, падает. Вот оно где. Это он отпилил, вон оно видно у корешка. Бобры одолевают нас. Вот и воду-то подняли, и все деревья теперь оказались в воде. Вон кору сдирает с них. Вот сколько. Трудно сказать, сколько свай здесь было забито за последние 3 дня. А вот эти вот упали, все, щепки, все это вытаскивать надо. Никита, потом граблями вытащите все эти оттуда баклушки. А потом сухо будет их мешком увезти. Это камыш, это лага после Ноева потопа остались. Ну, зеркало площадь увеличило сильно. Там он береза, в воде оказалась. Она не была в воде-то, конечно. Тут вот у нас и раздевалки две, крещение проходит. Вот я прохожу, смотрю край тот правый, просто бросили туда лебеду. Ну, очень глубоко тут, мы посчитали, туда глубина 5 метров примерно. Камыш там, урос человека больше, его внизу метра на 4. А здесь, конечно, меньше, потому что это продолжение лога или начало лога, но... Тут заиливало, держало. Вот они все. Идут и идут и идут. Сваи забивали. Укрепили. Как разрушенный пруд. Не смотрели до этого. Вот так, чтобы с вами укреплять, это первый пруд у нас такой. Так, местами. Оп, прилетел. Дятел желна называется. Тут всякой птицы хватает. Это он проверяет дерево, гоже или не гоже. Ну, по-моему, тут ничего не найдет, дерево живое. Вот какой под хвостиком красненькое. Вот, теперь он сел на то дерево, где много, может быть, у него червей. Дерево такое сухое. Где-то не видать его, вон он. Вот тут он найдет червей. Это он сразу начал долбить. Он чувствует, как под там идет червяк. Вот в голове-то у него мозги-то
полностью. Может слететь сейчас, Володя напугает его. Вот он улетел. Полет неровный, такой кверху к низу, потому что у него хвост не как у сороки. Далекой же страннейший Деши. Что там будете делать сегодня? Заснимите остатки, уходя. И можете сразу перейти на тот мост, на спуск. Даже можно, если у вас велосипеды, а то прям туда. Вот так. Тут остались кое-какие палки.